праздником вас, с Международным днем музыки. Без музыки наша жизнь была бы ошибкой, да, с Международным днем музыки. Без музыки наша жизнь была бы ошибкой, сказал один из великих. Музыка — это вздох ангела в наших сердцах, и этот прекрасный ряд можно продолжать долго. Действительно, нам сложно себе представить нашу жизнь без музыки. Международному дню музыки мы посвящаем нашу программу «Орган плюс гитара», в которой прозвучит музыка разных эпох, жанров и стилей. И, я уверена, она подарит вам немало приятных впечатлений. Итак, старинный величественный орган и такая простая и совсем скромная на вид гитара. Казалось бы, что между ними общего? Но нельзя забывать о том, что у гитары глубокие и богатые корни. От лютни ведет она свою историю, и потому ей близка музыка разных эпох. И доказательство широчайшего репертуара гитары и доказательством тому, что на этом инструменте можно исполнять самую разную, богатейшую палитру музыку, наша сегодняшняя программа, которую открывает Аве Мария Качини. Инструментальная обработка для гитары и органа Константина Белякова и Оксаны Кулешовой. Thank you.
Антонио Вивальди, концерт ре-мажор в трех частях. Переложение для гитары и органа Константина Великова и Оксаны Кулешовой.
В этой опере много вокальных фейерверков, говорили о ней. Ария «Сердце печаль безмерна» звучит для вас, поет солистка филармонии Татьяна Семерьянова. Thank you.
20 века. Но сначала предыстория. Легендарный испанский гитарист Андрес Сеговия, который считается отцом академической гитары, так как именно он вывел гитару на большую профессиональную сцену, расширив ее репертуар, делая приложения классики и обращаясь к современным композиторам с просьбой писать для гитары. И вот Андрес Сеговия обратился как-то к Хоакину Родриго с просьбой написать сочинение для гитары. Так появился шедевр. Настоящий шедевр, который считается, который был назван лучшей мелодией 20 века, знаменитый концерт Аранхуэс. Совершенно естественно, что прошло какое-то время, и Сеговия еще раз обратился к Родриго с просьбой написать что-нибудь еще для гитары, но получил отказ. Родриго мотивировал свой отказ тем, что больше так, как Аранхуэс, написать он не сможет. Но прошло время, и он все-таки написал. Написал сочинение уже другого жанра, фантазию, и посвятил эту фантазию Андресу Сеговии. Это была фантазия на темы другого знаменитого испанского гитариста Гаспара Санса, жившего при дворе короля Филиппа IV. Родриго считал, что только Гаспар Санс достоин стоять рядом с Сеговией. И таким образом, образы двух благороднейших рыцарей гитары стали источником создания замечательного сочинения Родриго «Фантазии для благородного рыцаря» или «Фантазии для джентльмена», которая также стала истинным шедевром гитарного искусства. «Фантазия для благородного рыцаря» или «Для джентльмена» звучит в нашей программе. Вилана и Ричарда, или деревенский праздник, Эспаньолетта, фанфары неаполитанской кавалерии, танец с топорами и танец канарио. Thank you.
Thank you.
Закончилось первое отделение концерта.